Тяжело даются дольмены, да, Евгения Анатольевна? Вообще не даются. Поехали на дольмены, поехали на дольмены. Я дома 15 километров хожу каждый день. Я подготовлена. 5 раз уже передохнула. У меня просто переизбыток энергии, которая... Это мы еще до водопада не дошли. Вот она там внизу, речка, водопад где-то уже рядом. Река Жанне, почти как Женя, тебя манить должно сюда. После сегодняшних этих забегов я тебя буду называть Жанне.